Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется DynaBash Travel Trouch Time. Как ты видишь, у нас португальский язык, но смысл, как и в первой части, аборигены, как всегда, хотят похитить яйцо. Опа. Так, а вот здесь немножко по-другому. Здесь у нас произошел какой-то взрыв. Такой обалдевший. Оу. Нет, типа. И он туда. Ну, а мы, как всегда, ребята, не дадим яйцо в обиду и сиганули за ним. Ну что же, пойдем потихонечку. Так, это все ломать можно. Видишь, наш динозаврик уже, ребят, тут с посохом такой, современный, с рюкзачком. Так, идет лучник. На тебе, по хребтине. Еще на. Вызываем, ребят. Так. Ух ты, смотри, мы сейчас кого-то спасем. А что он делает? Непонятно, ребят. Так. Второй сундук. Кристаллы тоже здесь есть у нас, друзья. Ага, эти будут у нас прокачиваться. Это энки. Это энки, друзья мои. Плеваки. Помню я таких. Так, ну что же, здесь... Так, это кто у нас, да? Погнали. Он 12 яблок стоит. Не слишком ли это... Дофига. Плевак, а куда ты бежишь вперед, батьки-то? Ауч. Не, нормально. Куда? Это главный, что ли, из аборигенов? А, они теперь выходят, ребята, не из пещеры, как раньше, а выходят из портала. Понял? Слушай, ну ты тут какой-то крепкий парень-то. Готово. Ну, ребят, мы все прекрасно знаем, что самые начальные уровни, они довольно простенькие. Это было и в первой части. А вот дальше... А вот дальше я даже боюсь представить, что будет. Хм. Энки. Я, честно говоря, не особо понял, что делает Энки. Пока у нас все идет четенько, как ты видишь, на 3 звезды, и нам достается астероид, насколько я могу понимать. А вот теперь, если мы пройдем с тобой, нам еще достанется и плевака. Идут. На. По башке получил. Я хочу проверить, как, ребята, работает метеорит. Он теперь... Оу. А что так быстро-то? Ё-моё, он наносит урона очень много, ребят. Он наносит много урона. Давай плевак еще позовем. На, по башке каждому достанется. Да подожди ты пока своим метеоритом. Я одного пропустил. Ну-ка. А, вот, теперь, ребята, мы сами показываем, куда нам бомбить. Первый был как бы пробный. Угу. Плевак спасем, ребят. Сейчас мы спасем плевак. И вот они, родные наши. На тебе. Прекрасно. Прекрасно.
Три сундучка. Ну-ка, что нам достанется? Ребята, мы можем Снэппи прокачать. Да, Снэппи. И скоро Энки прокачать, если мы найдем еще одну карточку. Так. Поздравление. И у нас вот здесь что это такое? Сундук. Сундук, друзья мои, главный нам сейчас достанется. По ходу дела, да? Да, самый большой, огромный сундук. 1600 монет, 12 кристаллов и 5 энки. 2 снэппи. Вот это, наверное, улучшение, ребята, скорее всего, да? Угу. Я хочу... Блин, мне его надо именно. Прокачиваем. А что это у него за яйцо на голове? Нет, ну что, почему? Я хочу, например, еще подкачаться. Нет, извини. Блин, не дают, ребята. Говорят, идти сюда. А вот здесь можно. Вот тут можно, ребята. Так, мы прокачали. И камень тоже прокачали. Ну что, погнали. Так, этот стоит 8 плевака у нас. Надо посмотреть, как он в деле. Ух ты, а это что такое, ребят, смотри. По башке получил метеоритом. Смотри, смотри, смотри. Он с каким-то пузырьком на голове бегает. Но он быстро бегать стал. Надо мне посмотреть плеваку. Ай-яй-яй-яй-яй. Да бей ты этому по башке, фараон несчастный. Так, у меня есть еще один удар, друзья мои, мы выбили с вами. А монетки нужно поднимать. Их можно пробежать. Так. Плеваки, вы плюетесь? Плюются, плюются, ребят, плюются, видно. Бедные мои динозаврики, а. Ну, плевак, какой-то урон, ну вообще, ребята, не ахти. Просто не ахти. Помнишь, они раньше из пещеры вылазили? А теперь вот, ребята, у них портал. Угу. Так. Замечательно. 165 монет еще в плюсе у нас, да? И это снежок, что ли? Это, по-моему, снежные комки, ребят. Мы должны дойти до башни. Понял. Так, если я заберу комок, можно его как-то... А, нет, комок, ребята, это спецатака у нас получается. Да, спецатака. Вот как, ну-ка. Слушай, прикольно. Заморозки у нас не было в первой части. А тут есть. Там была замедляха, помнишь? Там просто ледяной комок был. Куда ты бежишь? Бежит он мне. Такс. Блин. Давай, 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 давай ему. По башке надаем. Так, это я заберу. Слушай, ну замедляха прикольная штука. Вот единственное, что плевуны мало-мало отнимают здоровье.
Так, мне главное про свое здоровье не забывать. Ну и атака, ребята, ну и атака. Мы восстанавливаем потихоньку здоровье, если мы не воюем, ребят. Спасти этих динозавриков. Ага, сразу же, смотри, смотри, сразу же начали их кусать. Вот так вот. Сразу открываем тогда. О, да. Плевуны у нас могут, ребята, прокачаться. Ух ты. Так, поздравляют. И у нас... Так, тихо. Плевун. А, ну-ка. Мамонт. Птеродактиль даже будет здесь. Старый знакомый этот. Твердолобик. Ух ты, а это, такого я не помню, ребят. Так, что еще такой? Странный. По-моему, тут динозавров... Ну, может быть, не... Вот это я помню тоже, ребят, по-моему, плевака. А это что тут у нас? Хм. Фига себе. Это что такое? Интересно. Давай дальше смотреть. У нас три спецатаки. Побежали. А почему этот закрыт? Вот этот вот, ребят. Ой, как ты мало отнимаешь здоровье. Лучник достал уже. Вот, ребята, уже и сложность пошла. Уже пошла сложность. Мне уже пришлось потратить спецатаку. А молот что делать, я уже забыл. О. Молот Тора, блин. Давай им по башке. Что такое? Хорош. Этот прыгает, ребята, прыгает на врагов. Тут лучники, ребята, очень опасны. Прям очень опасны. И мне-то подставляться нельзя. И яблонь здесь нету. Помнишь, раньше в первой части у нас яблоня была, которую мы должны выращивать. А тут ничего такого нету. Куда? Тут теперь 70 максималка, походу, дела. А почему? А подожди, а почему? Ребята, а почему я одну звезду профукал? М? Почему я профукал одну звезду? Угу. Я попробую перепройти этот уровень. Сейчас мне почему-то не дают. Но я обязательно его попробую перепройти. Да, я понял, что три звезды. О, это усиленный уже лучник. Я хочу этот камень проверить, ребят. О, хорош. Ну-ка. Молот Тора. Вот этот чувак прикольный.
По башке ему дали, правильно, так ему и надо. Взрываем. У меня здоровья маловато. Ай-яй-яй. А, у нас вон что, ребята, идет. У нас время идет. Все. Че, мы выиграли? Пока я там возрождался, мы выиграли, ребят. Ой, как громко. Сделал громкость на свою голову. Ага. Вот это, кстати, хорошо, ребят, что он у нас прокачивается. Это прям четенько все. Спитозаурус. Ох ты, смотри, какое-то золотое яйцо. Нет, вот это меня не устраивает. Нет, только не бомжихи. Только не бомжихи, друзья мои. Не хочу бомжих. А, никуда не денешься, ребята. Бомжихи будут. А, мы можем себе еще прокачивать. Точно. А я и не думал об этом. Дистанция. Так, вот этот этап я должен перепройти. А где мои камни? Почему валуны не дали? Ну-ка давай я теперь покрепче. Блин, они что-то мне бомбанут. Заморозка. Плевун, ну ты не плевун вовсе. Ты какой-то слюнтяй. Ага, с удара его наказали. Куда бежишь? Че делать спинки? Я не пойму. Это он так атакует, что ли, типа? Носом своим. Носом, курносом. Удар Тора. Так, вот сейчас подобьют, ребят. Нормально. Почему одна звезда, ребята? Смотрите, 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 почему звезда отнимается? Я не понял я. Почему, за что отняли мне звезду? По времени не успел или что? Так, еще раз. Последнюю энергию, ребят, потратил. По-моему, наверное, из-за времени, ребят. А, у нас дистанционная атака. Так, вот смотри, ребята, сейчас две звезды. Три, точнее, три звезды. Так, этому досталось по башке. Есть. Да, ребята. Там дело было во времени. Я успел пройти, поэтому я получил тот сундук.
шикарно. И получаем помимо этого еще супер награду за то, что мы прошли с тобой все на 3 звездочки. Вот этот вот огромный шикарный сундук. 1800 монет, 12 кристаллов, 5 плевунов, 5 рапторов и 2... Ох, ух ты, что это там такое, ребят, ну-ка. А ты видел, там какой-то фараончик был? Подожди, где Динос? Хм, не пойму, ребята. Тут показано, что что-то еще можно. А я не вижу, чтобы что-то можно было еще сделать. Странно. Вот, видишь, показано, Динос. Смотри, мы можем... Прикольно, он стал, ребята, эпическим, прикинь. Вот, он эпическим стал. Ух ты. Ну, это, конечно, новинка, ребята. Так. Ай, у нас энергии нету, друзья. 75 кристаллов, но я не буду тратить. Давайте мы тогда на сегодня, друзья мои, закончим. Пишите свои комментарии, как вам игра, понравилась, не понравилась. Если понравилась, мы обязательно продолжим в нее играть. А на сегодня все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.